Всем привет, дорогие друзья! Сегодня у нас выходной день, воскресенье, и мы с вами на Митридатской лестнице. Покажу вам обзор. Снимал я это неделю, ну, понемножку каждый день. И вот дайджест минувших дней, всего понемножку, что было сделано и как. Продолжается, как мы видим, бетонирование боковых стенок подпорных. Сверху стоит бетононасос, обратите внимание, и идет бетонирование. Это у нас четвертый ярус. Напомню, вот этот ярус был построен уже в советские времена для удобства, чтобы подниматься на лестницу. Ну а первые три яруса лестницы были построены в свое время в 1833-1840 годах. И предназначались они для поднятия на лестницу, так как вокруг горы жили жители. Ну и вот, уже неоднократно мы с вами наблюдаем, как бетононасос складывается. А это уже вот снизу, между третьим и четвертым ярусом, подают бетон бодейкой. Когда на работе мы вот эту бодейку называли колокольчик. Ну, она и похожа на колокольчик, только перевернут другой стороной. Чуть меньше куба вмещает эта бодейка. И вот подходит миксер, потихонечку сливает. Дешево, как говорится, и сердито, потому что бетононасос, аренда его стоит довольно-таки дорого. А здесь вот 25-тонным краном в пределах вылета стрелы можно потихонечку, не спеша заливать лестницы, маршевые строения. Ну и, естественно, там вибратором нужно поработать. И вот, обратите внимание, на третьем ярусе стенку завалили с правой стороны. Вот если немножко отмотать, то вы увидите. Здесь у нас находится штаб 51-й армии. И как мы уже знаем, многие знают, что было получено проектное решение. И фирма «Баварский дом», я так думаю, начали уже приводить в жизнь этот проект. Ну и вот, видимо, эта стеночка тут мешала, ее аккуратненько завалили. И теперь камни с этой стенки выберут, отсортируют и по-новому задействуют. Это вот все снимал я вчера, в субботу. Здесь с левой стороны... Видите, вот технические помещения, туда подают блоки вот эти и что-то там закладывают внутри. Ну, к сожалению, техника еще до того не дошла, чтобы издалека можно было наблюдать, как там идут работы. А здесь тем временем идет бетонирование лестничных маршей. Практически весь день с утра до вечера шло бетонирование. Конечно, здесь сейчас легко говорить, вот показывать, вернее, ускорил там в несколько раз. И как движется работа. Быстро все. Вот так бы в жизни все так было. Ну и с левой стороны, обратите внимание, из блоков выкладывают вот эту стену большую. Это вот у нас третий ярус. Третий ярус такой, он самый сложный, тем более и штаб 51-й армии здесь. Сейчас его тоже начнут, я так думаю, работы производить на нем. Ну и вот видите, где стенку завалили, идут работы. А вот с левой стороны какой-то мастикой обмазывают стену, сам свод бетон тоже промазали. И вот сейчас стену какой-то гидросостав, водоотталкивающий, скорее всего, состав. Так что работы не прекращаются ни на секунду. Ну и единственное, что в воскресенье позволили себе немножко отдохнуть. И то я снимал утром, уже закончив съемку, когда шел, видел, что некоторые рабочие уже подтягивались на работу. Но, видимо, кто-то, кто не успевает, решили и в воскресенье поработать. Все-таки, наверное, вот каменщики плитку какие укладывают, они, видимо, на сделке, и поэтому для них квадратные метры важны, сколько сделают.
квадратные метры, погонные, у кого как. Ну а здесь вот манипулятором подает. А теперь кадры воскресного утреннего дня, и можем посмотреть, что сделано за неделю. Вот сравнить предыдущие кадры и как выглядит лестница сейчас. Это у нас первый ярус. Обратите внимание, здесь уже тестируют освещение. Ну, пока не декоративное, а вот это освещение. Не подсветку я имею в виду, а освещение основное. Здесь вот видите такие светильники, сделаны под старину. Практически на процентов 95 первый ярус готов. Это второй у нас ярус. Но здесь готовность немножко поменьше, но тоже очень и очень высокая. Вот так будет здесь такая вот красота. Здесь тоже светильники стоят. И третий ярус. Вот третий ярус, работы здесь больше всего. Видели мы с вами, как с правой стороны завалили стенку. Видите, уже камень весь отсортировали, вывезли какой-то, ну и вот немножко осталось. А с левой стороны вот этот свод, который обмазывали мастикой. Сам свод бетонный и стену. Вот так сейчас это все выглядит. Ну вот, как я уже сказал, людей мало, вернее их нет, потому что утро и потому что воскресенье. Здесь у нас с правой стороны вот они, буронабивные сваи, потихонечку здесь обетонируют подпорную стену. Вот где-то еще только заармировано. Ну а сам лестничный пролет здесь уже тоже готов. И наконец у нас четвертый ярус. Четвертый ярус самый большой. И обратите внимание, здесь практически вот два пролета всего осталось лестничных забетонировать. А так все готово. Ну и в основном здесь теперь только боковые стенки подпорные нужно бетонировать. Вот сверху немного забетонировано, ну и теперь вот продолжать дальше. Так что и здесь работа идет, такие самые емкие, самые объемные работы. Это монолит, железобетон. И вот мы теперь давайте посмотрим с вами на монумент «Обелиск славы». Здесь в принципе все готово, да не в принципе, здесь к 9 мая все готово, строители постарались, как и обещали, все сделали, не подвели, молодцы. Ну, естественно, единственное, что пока вот забор вокруг обелиска славы этого всего монумента не разбирают, ну, значит, какие-то еще работы будут производиться дальше, там по укладке, переукладке плитки, может быть, и пока вот забор стоит. По вечерам три мощных прожектора бьют в небо. Хорошо это видно, когда особенно темно. Вот они установлены, вот где пушки, между пушками и самой стелой. Ну, вот такая у нас красота. Вы теперь полюбуйтесь на виды города вокруг горы Митридат. А я с вами на этом прощаюсь. И до новых встреч. Не забывайте подписываться на канал.